Заглянем в прошлое Орска. Давайте посмотрим, какие темы и проблемы волновали жителей города несколько лет назад. Архивные материалы наших журналистов сегодня особенно любопытно смотреть. И вот один из таких сюжетов. Сегодня глава города выступил перед орчанами с отчетом о работе администрации за период с октября 2011 года по октябрь 2012. Зрительный зал Дома культуры нефтехимиков был забит до отказа. Узнать о недочетах и успехах в деятельности власти здесь собрались общественники, профсоюзные деятели, депутаты горсовета, руководители орских предприятий и организаций, а также простые горожане. Выступление Виктора Франца заняло около часа. Городначальник начал его с наказов, точнее, с отчета об их выполнении. В своем докладе Виктор Франц коснулся всех сфер жизни города, от экономики до экологии. Особое внимание он уделил строительству и реконструкции социальных объектов, благоустройству, а также промышленной сфере, в том числе напряженной обстановке, складывающейся на никелькомбинате. В настоящее время создана рабочая группа, которая постарается решить возникшие проблемы и сделать так, чтобы в ближайшем будущем завод вновь заработал. Что касается приоритетных направлений в развитии города, то здесь Виктор Франц отметил коммунальную и социальную сферу. Не секрет, что главными проблемами остаются стабильные водоснабжения, а также состояние очистных сооружений. Если их в ближайшее время не решить, то городу и его жителям будет сложно существовать в дальнейшем. Грядет суровая зима, и поэтому предстоит серьезная и достаточно многозатратная работа. И здесь, как отмечает глава города, без финансовой поддержки не обойтись.